Какой лучший способ жизни в этом мире? Итак, первое. Мир всегда предоставляет человеку выбор жить так, чтобы ощутить радость, и жить, чтобы ощутить страдания. Типа, жить по принципу нравится и не нравится. Научитесь говорить себе, мне нравится, и жизнь в вашей жизни изменится. Второе. Почему возникают болезни? Добро расширяет состояние ощущения в человеке, а зло приводит к внутреннему сжатию. Осознанно контролируйте расширение, это осознанно метод борьбы с заболеваниями. Как не позволить негативной ситуации влиять на вас? Необходимо принятие негативной ситуации, соглашаться с ними, не бороться. Если жизнь, значит жизнь, и Бог дал такую ситуацию, и только приняв и согласившись, человек может осознать урок. Поэтому если мужчина начинает орать, ты там какашка, говорите, да, я согласна, я какашка, больше не буду. Это же не значит, что ты должен злиться. И вот таким образом произойдет принятие и перейдете на новый уровень. До момента, пока вы боретесь, вы не принимаете урок, который дает вам Бог, и это будет бесконечно. Кто человек на самом деле? Это душа, запечатанная в телесную оболочку. Если в душе радость, которая возникла от чувств, то жизнь становится хорошей.